Не могу не включить камеру по затопленному лесу весеннему. Очень интересно идти на начало сплава. О, какие дебри. Просека завалена, проталена. апреля. Весна в разгаре. Вся трава прошлогодняя еще полегла, новая только-только вылезает. Начинает вылезать росточки. Вот это вот красотень. Ради вот таких картинок приятно идти на сплав весной. Ух! Андрюха, конечно, обувь подобрал. Вот. Учитесь, как, в общем-то, не надо ходить. Вот если бы не экшн камера, сейчас бы у меня она была залита. В тапочках и гидросапогах. В гидрочулках, вернее, идет Андрюха. А идем мы вот по такому мху. О, первые букашечки. Но не просыпается пока. О, красотища. А вот Вэва в сапогах, видавших виды. Отлично идти на начало сплава, да и сплавляться можно будет. Вполне там еще под водой земля не отмерзла, грунт жесткий, не проваливается. И первые прилетевшие птицы поют. Вот оно, счастье весны. Люблю болота я в начале мая, в конце апреля. Тоже их люблю. Красиво, что тут скажешь. Нечего добавить. Да, первый весенний сплав мы обычно начинаем еще в апреле, когда не полностью растаял снег. В это время можно проплыть по самым маленьким речушкам, по их верховьям. Пока идет паводок, держится высокая вода. Да и по лесу, пока нет высокой травы, пробираться проще. Не хотела снимать сегодня. Камеру взяла на всякий случай. Ничего особенного в нашем выходе нет. Обычный сплав по весенней половодной речке маленькой. Но такая погода, такие краски, красоты, что решила все-таки немножко поснимать. Кабанчики, кабанчики здесь рыли. А вот так выглядит участок леса, поеденный короедом и потом заваленный ветрами стволы и деревья отваляются, создают неудобства при прохождении такого участка леса. А вон Андрюха сидит. Выходим к речке. Воды хватает. Похоже, мы поймали паводок. Вот это да, точно. Воды полно. Сплавляться будет хорошо. На сплав взяла новую лутку, тоже колчем, весит 2800, если прошлое у меня 3200 весило, это уже 2800, посмотрим, здесь какие другие материалы, немножко, на дно другой материал. На лодке предлагается вот такой насос. Какое дно пенистое. О, уже обвязка есть. А ты там ее распаковывала? Вот она, новая лодочка.
Вот некоторое неудобство создает то, что соски в центре. Вот, ну как, да еще буду банку, гермешок класть. А это предыдущая модель. Похоже, здесь баллоны чуть... Не, побольше здесь. Диаметр баллонов чуть больше, чем здесь. И вот хорошо, что здесь... А, и соски сами хорошо гнутся. И они на носу. Это, конечно, было удобней. Но что поделать. У производителя свои мысли насчет того, как лучше сделать штуцера, где их крепить. Ну вот, сделал их в середине, по центру лодки. Посмотрим. На самом деле, когда штуцера в центре лодки, удобнее надувать их. Если накрываешь всю лодку фартуком, я обычно так не хожу. Отливаю воду просто после прохождения валов. И вот новая интересная деталь лодки. Вот такие вот колечки для крепления обвязки. Такая петля. И вот это вот отформованная. Ну, нос лучше, конечно, да. Сделан вообще. Здесь это ничего не скажешь. Вообще отлично. Но вот эта петля такая большая. Ну, посмотрим. Вот он, производитель Сергей Макаров считает, что так лучше таскать. Надежнее. Это старая модель. А у меня здесь я просто приклеила колечко с петлей из стропы. И мне очень нравилось так таскать. Вот мой гермомешок и одновременно насос. И чем удобен мягкий рюкзак без жесткой спинки? Тем, что его можно свернуть. Он занимает мало места. И главное пряжки убрать внутрь, чтобы они не повредили гермомешок. И большой рюкзак вот такой компактный кулек сворачивается. И можно убрать гермомешок. А здесь все изрыто кабанами, весь берег вспахан просто, скопан. Это я тут сейчас утону, тут мягко. Вон там нормально. Не, нормально спускай. Блин, утону. Сейчас весной сплав по большой сестре можно начинать с самых верховьев. Мы начали с места впадения реки Чисмина. А так, в принципе, можно начинать ниже, с моста, оттуда, с автомобильного моста. Оттуда сплав уже будет проще, будет меньше завалов. Ну и здесь сейчас паводок вполне можно идти.
Ой. Ага. На какой? Наша шикарная стоянка на берегу Большой Сестры под большими елками. Журчит река. Костер уже горит, палатка стоит. Наслаждаемся жизнью. Чаек какой. Заряночки заливаются. След вездесущего здесь бобра. Чтобы костер под елкой не прожег лесную подстилку, здесь очень толстый слой старой хвои, мы подложили песка и ила прямо из реки, сделали такую платформу под основание костра. И это предохраняет все окружающее от огня.
Зацветают первые подснежники, хохлатки. С утра вода немножко упала. На гряде кабаны все вспахали. А какие виды открываются далекие с берегов реки Сестры. Уже отцветает лещина, лесной орех. Белый костюм, да? Это сухарь. А? Сухой. Сухой, да. Уже повыркнулись? Нет, еще пока. Ну, все впереди. Ладно. Спасибо. Какой инопланетянин прошел. Да, слушай, вот. На таких отмелях каменистых можно найти целую коллекцию палеонтологическую. Что это? Вот древний коралл, какие-то рачки, как балянусы, что ли. Не понять, я не знаю, что это. Ну, интересные находки. А здесь внутри камня маленький позвоночник. И там полоски ребрышки, что ли, на расколе. Вот интересно. На самом деле, как я потом выяснила, это был не позвоночник высшего животного, а скелет стебля лилии. Ну, не растения, а древнего, окаменевшего, иглокожего животного. Стебель лилии состоит из члеников, скелет которых напоминает шурупы или винтики. И возраст этих окаменелых морских лилий – это силур или девон, то есть 410-450 миллионов лет. Вот какие находки можно сделать на маленькой подмосковной речке. Кусочки древних окаменевших кораллов. И среди них камень, кремень с концентрическими кругами, будто срез ствола дерева. Но это не так. Прям речка с порогами. Горная речка. Что-то ты лодку совсем не бережешь. Сплав мы заканчивали под дождем. От падения Каменки речка уже становится совсем спокойной. И в Ильинском, в селе Ильинское, мы закончим сплав. Снаряжение и камера проверены. Можно готовиться к летнему большому путешествию.